Софийская улица становится длиннее. Одна из главнейших магистралей Фрунзенского района поможет разгрузить от транспорта Колпино и металлострой. Транспортная инфраструктура – самая острая проблема южных районов. Строительство дорог на целых 7 лет отстало от темпов развития города. В 2013-м решение проблемы было признано приоритетной задачей на уровне Смольного. И вот результат. Первые изменения петербуржцы заметили 30 июня. На пересечении Колпинского и Московского шоссе появилась эта развязка. Сроки сдачи переносились 2 года, но, несмотря на это, благодаря 2 разворотным кольцам, второй находится 2 километрами дальше, удалось снизить количество пробок и аварийность. Софийскую улицу уже продлевали. Она даже стала самой длинной в Санкт-Петербурге, но необходимо было вывести ее за пределы Фрунзенского района. Первый подрядчик хотел закончить работу к 2015 году, но не справился. Повторный конкурс провели по инициативе дирекции транспортного строительства, и сроки для нынешнего подрядчика оказались сдвинутыми на 3 года. В скором времени здесь появится продолжение Оборонной улицы вплоть до Лагерного и Петрозаводского шоссе. Параллельно дорогу построят и в обратном направлении от Заводского проспекта вплоть до Софийской улицы. И уже к 2018-му Санкт-Петербург получит дополнительный выезд из города, а город-спутник Колпино избавится от транзитного транспорта, в том числе грузового.